из Берлинской галереи в Центр современного искусства в Кирове. Выставку московского фотографа Анны, более известной под псевдонимом Шизгара, привезли в наш город. Выставка «Билет на Бали» — это собрание так называемых travel-фотографий, то есть тех снимков, которые сделал фотограф непосредственно во время своей поездки на остров. На снимках в основном местные жители острова, обычные балийцы. Кстати, для Анны это был первый опыт фотографии. До этого профессиональную камеру девушка никогда не держала в руках. После приезда с Бали Анна выложила фотографии в сеть интернет, где ее талант заметили и оценили. После такого стремительного дебюта в профессии фотографа Анна уволилась с работы. Всю жизнь она трудилась экономистом, теперь же стала вольным художником. Не поверите, это было всего 2 года назад. 1,5 года назад я ушла из офиса, я работала экономистом всю жизнь. И вот за эти 1,5 года в моей карьере как фотографа происходят удивительные вещи. Я знакомлюсь с новыми людьми, получаю новые проекты, меня приглашают куда-то работать на интересную работу. И я просто настолько в таком восторге. И все это благодаря этому безумному острову, который случился в моей жизни.